Всем знакам зодиака 14 апреля желательно убрать из своей жизни все лишнее. Людей, тормозящих развитие, отношения, не приносящие радости и дела, которые мешают. Деньги начнут приходить легче и будут радовать. Овны, в вашей рабочей личной жизни все будет спокойно и гладко, но вас такой расклад дел совсем не устраивает. Если захочется драйва и чего-то неординарного, выступайте с инициативой, чтобы найти дело по душе. Отличный день для компромисса и примирения. Тельцы, звезды рекомендуют вам пройтись по тем местам, где не были уже давно, и не обязательно ехать на машине или на автобусе. Можно мысленно прогуляться, закрыв глаза для полного удовольствия. Острая проблема в финансовой сфере покажется неактуальной, когда вы созвонитесь с деловым партнером. Близнецы, новым днем вы во всем будете видеть фальшь и подвох. В итоге появится решение вообще изолироваться от людей. Это, кстати, неплохо, можно накопить больше позитивной энергии. Ну а верить кому-то или нет – это уже личное дело. Только необоснованные претензии желательно отбросить. Так можно со всеми поругаться. Раки, у вас на первое место выйдет независимость. Вряд ли так получится, если самому не намекнуть или не заявить открытым текстом. Семейным людям удастся воплотить в реальность какую-то выгодную в финансовом плане идею. Львы, вы будете фонтанировать предложениями, забыв, что инициатива наказуема. Начальство с радостью примет ваши идеи, но реализовать их придется самостоятельно. В амурных отношениях не бросайтесь из крайности в крайность, эмоции держите в узде, чтобы не разразился скандал. Девы, 14 апреля вам не стоит тратить время впустую, даже если оно для вас совсем не драгоценное. Берегите каждую минуту, любые дела могут принести прибыль. Удачно сложится поездка в другой город. Вероятно, встреча с достойным человеком, который произойдет вдали от дома. Весы, если вы, погружаясь в работу, будете думать, что ничего не получится, то точно останетесь в минусе. Грядущий день принесет массу пользы и перспектив, но при условии повышенной трудоспособности и уверенности в себе. Радостным и щедрым на презенты будет вечер. Скорпионы, вам не помешает почаще переключать скорость, и речь идет не о машине. Вы работаете и говорите так, будто вас бешеная муха укусила. Успокойтесь и плавно подойдите к вопросам. Успешными будут мастер-классы, конкурсы, семинары и другие мероприятия, направленные на повышение квалификации. Стрельцы, звезды рисуют для вас круг, по которому вам придется носиться с утра до вечера, но вы уже взяли для себя планку и снижать ее не хотите. Если вопрос в карьере, то это замечательный темп. Хороший день для спортивных тренировок, плавания, йоги и профилактических мер. Козероги, вы попадете в плен бытовых и финансовых проблем, не ждите, что они лопнут самостоятельно. Вам нужно приложить немало усилий, чтобы решить их в короткие сроки. И конфликтный день, но с людьми следует быть деликатнее, не грубите и не переходите на личности. Водолеи, 14 апреля вам необходимо быть аккуратнее с деньгами, если в руки попала приличная сумма. Не храните их в банке или под подушкой, а положите на счет. Решение проблемы, касающейся здоровья, может затянуться. Запланируйте поход в поликлинику. Рыбы, вам предстоит плотно заняться личными делами, обращаться за помощью к высокопоставленным лицам. Иного пути решения проблем нет. Если ситуация сложится крайне сложно, то сделайте небольшую паузу, придется обдумать нюансы. 14 апреля большинству знаков зодиака покажется предсказуемым днем, и действительно, глобальных изменений в жизни ждать не стоит. Этот день станет последствием того, что вы совершили в прошлом. Звезды знают, что говорят.